Сегодня утром в Барнауле произошло крупное ДТП. Водитель иномарки, двигаясь по улице Северо-Власихинска, столкнулся с газелью. Подробности в нашем материале. Раннее утро, 4 часа 50 минут. Авария случилась на участке в границах улиц Попова-Шумакова. Водитель иномарки двигался по широкому прямому участку дороги с возможностью разогнаться. Фары при этом, по словам очевидцев, были выключены. Я его заметил в последний момент, когда он уже выехал мне навстречу. То есть я его заметил там буквально метров 5 от себя. Нажал на тормоза, но дорога скользкая, как бы ничего поделать не смог. От удара автомобили развернуло так, что они перегородили дорогу практически полностью. Движение на этом участке было затруднено несколько часов. Volkswagen, по всей видимости, восстановлению не подлежит. В момент столкновения в легковушке находились 4 человека. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибло. Водитель Volkswagen и его пассажир. Двое пассажиров Volkswagen доставлены с травмами в горбольницу. Погибли водитель и пассажир, который находился за ним. Молодые люди 88 и 92 годов рождения. Водитель «Газели» не пострадал. Что стало причиной ДТП, установит следствие. В настоящий момент проводится проверка. Ирина Тумбарцева, Николай Тихонов. Новости.